Соблюдение правил безопасности – один из лучших способов защиты настольных ПК и ноутбуков от вирусов, червей и других угроз. Очень важно предупреждать угрозы и не доводить дело до заражения системы, поскольку их устранение и изоляция – очень сложная задача. До недавних пор не менее сложно было обеспечивать соответствие всех наших ПК требованиям безопасности. Это связано с тем, что некоторые ПК выключены или на них не работает операционная система. Значительная часть нашего времени уходила на обеспечение их соответствия требованиям безопасности. С ПК на базе процессоров Intel Core vPro второго поколения я больше не волнуюсь из-за проверок совместимости и обновлений безопасности. Теперь я могу дистанционно определять версии программного обеспечения на ноутбуках и настольных ПК вне зависимости от состояния системы. Также я могу использовать дистанционное включение ПК, которым требуется обновление. При работе с ноутбуками в корпоративной сети я даже могу осуществлять управление по беспроводной сети, когда они находятся в режиме сна или гибернации. Функция удаленного шифрования позволяет мне удаленно снимать блокировку и обновлять ПК, защищенные системой полного шифрования данных. Управление и защита данных работают вместе. Трудно представить, но это так. Кроме того, теперь я могу безопасно включить ПК для обслуживания в нерабочие часы и задавать плановое отключение ПК каждую ночь в соответствии с политиками энергосбережения компании. Наконец, наши ПК также можно настроить для заблаговременного включения и выполнения дистанционного планового обслуживания вне зависимости от наличия подключения к сети. Например, мы можем выполнять антивирусные проверки в нерабочие часы, даже когда наши пользователи выключают ПК в конце дня. Эти технологии обеспечивают высокую степень защиты всех наших ПК. Однако кое-что не изменилось. Ко мне по-прежнему все обращаются по вопросам безопасности ПК. Просто мне больше не нужно самому идти и обновлять каждый компьютер.